Верблюда по имени Шерхан, который сейчас живет на детской железной дороге, готовят к операции. Она должна состояться в следующий четверг. Напомним, в местный зоопарк верблюда привезли 10 мая из цирка «Триумф». Животное было в крайне тяжелом состоянии с ушибами и ранами на теле, а также сломанной передней ногой. Сейчас представители детской железной дороги ищут деньги на операцию для верблюда. На данный момент они собрали лишь 700 гривен, а в целом на операцию нужно более 2000. В частности, необходимо закупить дорогое лекарство, одна упаковка которого стоит около 500 гривен. Представители детской железной дороги просят всех, кто может помочь верблюду, обращаться по телефону 764 41 44.